Краевой отборочный этап второго открытого Кубка Дальнего Востока игр ГТО проходил 21 июня на стадионе Морского государственного университета имени Невельского. В мероприятии приняли участие представители всех муниципальных образований региона. В команду Хасанского округа вошли тренеры спортивных секций и их воспитанники, представители администрации, студенты Славянского рыбохозяйственного колледжа и старшеклассники. Всего 40 человек. Участники мероприятия сдавали челночный бег, прыжки в длину, отжимания, подтягивания, упражнения на пресс и поднятие гири и другие нормативы. Я считаю, что хасанские спортсмены хорошо подготовились и проявили свои спортивные способности в личных зачетах. Победители отборочного этапа получат путевку в финал второго открытого Кубка Дальнего Востока в рамках спортивной программы Восточно-экономического форума, который состоится в сентябре этого года. Владислав Евдокимов, Виктория Беляева, новости Славянки.